Ну и опять всем здравствуйте. И покажем второго нашего мальчика. Пусть он будет теперь ахом. У оха на мордочке черная проточенка. У аха такой проточенки нет. Такая мордочка у него пестренькая, без затемнения. И этот мальчик у нас поспокойней. Такой себе на уме. Вот сидит, притих, задумался, как поступить, смыться от мамы или нет, или посидеть. Но когда сидят спокойно, снимать таких поудобнее щенков. Вот покажем его, пока сидит смирненько. Вот такая у нас задумчивая мордочка и грустные глазки. Притворился паенькой, глазками мыргает. Да? Хотя на самом деле в компании довольно-таки бойкий щенок. Но вот снимать себя дает. Вот они у нас будут пока условно два братика. Ох и ах. Ах, который с более светлой мордочкой. И ох, с более темной мордочкой.